из этой военной кампании хорошего у нас не выйдет. Потому что кадры решают все. Окружение, укомплектованное на 50% трусливыми жополизами, из которых половина просто дебилы, а на вторую половину людьми, которые предадут его в любой момент, готовы предать. С таким окружением выиграть войну невозможно. Даже Сталин не смог бы выиграть войну с таким окружением. Ну, скорее всего, он бы расстрелял 3/4, естественно, сразу. То с этим окружением победить нельзя. Никак нельзя. Это окружение будет проваливать все, что ему поручено. И мы сейчас уже видим, что с одной стороны разведка ФСБ провалилась в хлам. Это факт, к сожалению. А за месяц военной операции специальной мы убедились в том, что, ну, допустим, что и так подозревалось очень многими, что наше Министерство обороны превосходно умело организовывать парады, а воевать войска не умеют. Столкнувшись с не самой сильной армией, но обстрелянной с украинской армией, российские военные не сумели достичь ни одной стратегической победы. Российские войска не сумели создать ни одного котла, кроме тех крепостей, которые украинские военные специально им оставили, чтобы задержать их продвижение. Это имеется в виду Волноваха и сейчас Мариуполь, который до сих пор не взят. Дипломатия у нас провалилась еще при Лаврове. И конкретнейший пример убогости нашего дипломатического, как говорится, фронта, это месье Мединский. Вот. Разведка провалилась, теперь проваливаются вооруженные силы. Если не будет кадровых, подчеркиваю, в первую очередь кадровых перемен, то у меня очень был мрачный взгляд на то, как будет протекать и чем может закончиться эта война. Не говоря уже о том, что и на государственном уровне, на уровне верховного главнокомандующего, я наблюдаю провал